Доброго времени суток, уважаемые зрители! На связи Артур, и с сегодняшнего дня я запускаю новую рубрику у себя на канале. Она называется «Сколько можно заработать денег за один час на том или ином сайте?». Что это означает? Я буду сидеть, выполнять целый час задания, и в итоге в конце видео скажу, сколько можно было заработать, и скажу, что я выполнял, какие задания, на каком сайте, что я делал. От вас мне нужна поддержка, друзья, напишите в комментариях число 2. Чем больше будет двоечек, чем больше будет комментариев, тем больше у меня мотивации записывать новые видео. И напишите в комментариях следующий сайт, какой проверить, за час времени, чтобы проверил, сколько можно было заработать. В комментариях напишите, я обязательно его проверю. Чем больше будет лайков на том или ином сайте, собственно, его и проверим. Сегодня у нас речь пойдет о проекте под названием «Соцпаблик». Многие его знают, многие здесь пытались заработать, и вот сегодня его будем проверять. Видим, у меня на балансе 869 рублей. Если честно, это реферальный доход, я здесь уже очень долго не зарабатывал, возможно, пару лет ничего сам не кликал. Так что я вот время засекаю, собственно, сейчас у нас 13:32 ровно, и здесь мы запускаем таймер. Сейчас я буду выполнять задания, и выполнять какие я буду задания? Это Telegram, это YouTube, это клики, YouTube и что там еще я говорил. Короче, буду социальные сети выполнять и в итоге скажу, сколько можно было заработать. Итак, 13 секунд уже пошло, сейчас ускоренный режим сделаем и покажу, сколько можно было заработать. Итак, переходим, выполняем. Ну что ж, друзья, без перерыва, без ничего, целый час посидел, покликал, вот видим, таймер сработал, по времени также все четко совпадает, заданий пока что не знаю, сколько выполнил, сейчас надо все посмотреть, сейчас найду, где это вообще пишется, так, на проверке, вот, 40 у нас заданий, и сейчас, так, уже есть, по идее, оплаченные, сейчас я подсчитаю и скажу, что к чему у меня вышло. Ну что ж, друзья, за один час времени мне удалось заработать 25 рублей 88 копеек. Прошу заметить, это только на подписках в Telegram. Сделал 2, значит, СВК задания, остальное все Telegram. Эти задания можно выполнять монотонно, то есть даже не думать, там подписался, скинул ссылочку, все. Параллельно можно на втором экране смотреть там фильм, либо же музыку, то есть очень интересно, в принципе, 25 рублей. Напишите, для вас это много, мало, как вообще. И обязательно, если вы хотите продолжение этой всей темы, в комментарии число 2 напишите, значит, будет второй выпуск. Я надеюсь, мы соберем много лайков, и это меня замотивирует еще сидеть целый час там и другие сайты проверять. 25 рублей в час, это за 8 часов работы полноценных можно заработать 207 рублей получается. Я не знаю, для кого-то это много, для кого-то достаточно в интернете, то есть вот такой вот, значит, вышел результат. Напишите также, о каком проекте в следующем видео заснять, у меня вот есть инвестиционный портфель по ссылке в описании, и здесь есть перечень вот списка сайтов, короче, для заработка. VKTarget, как, блин, VKTarget, QComment, PRMBiz, WellClicks, там, не знаю, SalesSprint, короче, сайтов много, напишите о чем там, либо же вот капчи, короче, все зависит от вашей фантазии. Чем больше будет вариантов, чем больше лайков, тем и сделаем выпуск. В описании ссылка на мой Telegram, подписывайтесь, там вы будете узнавать информацию в самую первую очередь о вообще каких-либо источниках заработка. Кому интересно, мой Инстаграм, подписывайтесь, следите за деятельностью. Вот такой вот выпуск вышел. На этом все, надеюсь, вам это понравилось. Если да, поставьте палец вверх. Все, друзья, всем пока!